Всем привет! Вот такой инструмент сегодня хочу представить вашему вниманию. Это самодельная коронка для того, чтобы в гипсе сделать под лампочки отверстие. И если есть необходимость сделать всего лишь несколько отверстий, и вот у нас, допустим, такая сейчас ситуация, надо срочно сделать отверстие, коронки не оказалось, ехать за ней в магазин куда-то в выходные дни просто нет шансов купить. В общем, решили попробовать вот такой способ изготовить коронку из обычной консервной баночки. Срочно освободили фасоль из консервной банки, зубчики нарезаны болгаркой. Ну и видно, вот на потолке уже одно отверстие у нас проделано с помощью этого инструмента. Поэтому, если отверстие требуется сделать всего лишь несколько, нет возможности приобрести срочно эту коронку или же нет желания отдавать деньги за всего лишь там одно, два, несколько отверстий, такой вариант просто великолепный. Сейчас покажу, как в действии эта штука себя ведет. Вот. Ну, прекрасно. Несколько секунд, и все готово. Значит, ситуация такая. Есть у нас вот такая короночка, которая абсолютно не подходит нам по диаметру. Поэтому мы решили увеличить диаметр коронки, использовав обычную жестяную банку из-под консервов. Для этого механизм, который идет в наборе к этой коронке, держатель со сверлом, переставили на дрель, вот, а с помощью болгарки вырезали зубчики на консервной банке, и теперь она с легкостью выполняет свою функцию. Просто замечательно. Так, ну вот, остается только извлечь эту часть ненужную гипсокартона. И вполне себе еще работоспособны зубчики, как видим. Сейчас камера сфокусируется, никак не хочет. Вот, зубчики еще вполне себе поработают. Так, ну и принимаемся за следующее отверстие. Значит, у заводской короночки, вот можно обратить внимание, зубчики направлены таким образом, что когда и работаешь, то край получается рваный. Вот. Сейчас покажу, какие краешки получились у нас от самодельной коронки. Видно здесь, что краешки практически сглажены. Небольшие заусенцы, конечно, есть, но все равно результат мне нравится. Разница большая. Это хоть и небольшой бонус, но все равно очень приятно. Практически не рвет край. Ну и что вам сказать? Сделали мы 4 отверстия. Вот в таком состоянии находятся сейчас зубчики. По-моему, этой коронкой можно бесконечно долго работать. Немножко они, конечно, деформируются, стачиваются, но все равно коронка все еще работоспособная. Я не верила в такой результат, подумала, что может быть одно-два отверстия и все. Она просто расшатается, тут сомнется, зубцы повлетают. Но нет, вполне себе результат оправдывает такие трудозатраты. И как видно, под шестиваттные лампочки диаметр банки из-под консервов подходит просто великолепно. Вот такой результат в итоге. Вот так легко из подручных средств можно сделать необходимое для прорезания отверстий в гипсе устройство. Насадочку. Вполне она себя оправдывает. Отличное изобретение. Поэтому те, у кого магазин далеко, или выходной день, а у вас есть энтузиазм для того, чтобы продолжать в доме ремонт, это отличная идея, думаю, что вам пригодится. На этом все. Всем отличного настроения. Всем пока! Thank you.